Всем привет, на канале Мусолимп. Если есть что кому передать, пишите. Volkswagen Polo у нас в работе. Мы будем делать полную шумоизоляцию данного автомобиля. Как видите, у нас салон уже разобран полностью. Небольшие пласты штатной шумоизоляции присутствуют. В основном, конечно, голое железо, как видите. Шума в автомобиле много. Двери также у нас разобраны. Также небольшие кусочки штатной шумки там присутствуют. Вот таким образом. Ну, а в остальном, если грохот. Передняя дверь не отличается от задней. Также небольшие кусочки есть шумоизоляции. Все это будем исправлять обязательно. Обезжирим. Материал кладем горячий. Прокатываем обязательно. Ну и багажник. Вот таким образом. Штатная шумка здесь присутствует на арках и в крыльях. Приступаем к обработке железа, обезжириваем и начинаем проклеивать первый слой. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал.